Приветствую всех любителей океанов. Вот там малышня. Им по полтора месяца. Пару индюшат тоже с ними. Это самые взрослые цыплята. Им почти 2 месяца. Вот они какие. Красавцы. Курочки, петухи, да? Еще не определяются? Не определяются, тут и петушки, и куры. Потом у них отец был 6,5 килограмма. Привозной отец. Кровь поменял я. Каждый год кровь меняю. Куры 2-летние, я с годовалых курей яйца не беру, я жду, чтобы курица 2 года стала, а потом начинаю. Короче, это... селекционная работа идет полным ходом, да? Да, это порода шамо, очень стойкая птица, берется до последнего, никогда меня не подводила. Бывало случаи, да, они проигрывали, но никогда не убегали, они садились. Один-два раз садились, а так большинство выигрывало я. Да, и куры здесь не вчера, тут вот 3 курицы работало. Это красная вон там в углу, да? Вот это вот самая большая красная вон там в углу. И рядом черная тоже первая, с той стороны работала. И вот кормушки вот это вот коричневая работала, вот, которая кушает вот она, вот это работала. Вот это 3 курицы работало из-под них. Следующая вот с медокса, я с этой, когда им 2 года будет, вот эти молодые рядом остальные, с них буду уже брать. Это вот эта курица, да? Щипает петуха. Да, вот это вот, черная щипает. 2 года витамина не хватает. Витамина такая мания что-то. Я тут день наблюдал, ну что такое? Она нагло стоит и кушает. Петух 2 раза дрался и оба раза четко показал себя. Ему сколько? 2 года, да? Ему чуть больше года. 1,5 года ему. Вот ему весной, вот он в прошлом году, апреле, год был. Вот в этом году в апреле год, или год и месяц, или год и два, вот так было. В общем, эти все цыплята из-под 3 курей, да? Да, из-под 3 курей. Вот они как раз первые. Вот это черная, вот это коричневая, и вот это темно-коричневая, здоровая. Вот эти, они 2-годовалые, позапрошлогодние. А вот эти, это они молодняк. Они все сидели четко. Сейчас несутся, нет? Да, несутся. Вот сегодня, кстати, 6 яиц я взял. 7 курей, 6 яиц. В общем, друзья, кому интересно приобретение бойцовых курей, петухов, пишите в комментариях под видео. Можно продавать и цыплятам, и подрощенных. Кому интересно взрослые, будем осенью продавать. Кому цыплята сейчас. И недорого. Цена договорная. Да, недорого. Нормально. Все, на этом заканчиваю видео. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.